За последние сутки у нас на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 29 в городе Якутске, 5 в Мирнинском и по 3 случая в Хангаласском, Нерюнгринском, Алданском районах, ну и по ряду районов единичные случаи. Вот. В целом хочу сказать, что если по городу Якутску мы наблюдаем все-таки за последние дни снижение заболеваемости, и сегодня зафиксировано самое низкое количество больных с 5 июля, то по ряду районов республики за последнюю неделю есть рост. К сожалению, болезнь у нас появляется и в труднодоступных населенных пунктах. Так, сейчас у нас есть подозрения по труднодоступным населенным пунктам в Вилюйском, Оленевском районах, где есть люди с признаками ковида, и сейчас ведется работа по локализации очагов заболевания, ну и по анализу. Причем вот по труднодоступным населенным пунктам случаи заражения везде одинаковые. Это или юбилеи, или свадьбы, или похороны. Вот это недопонимание со стороны населения, со стороны глав местного самоуправления на местах о необходимости принятия решений по ограничительным мерам такого общего характера, в том числе и в таких малых населенных пунктах, приводит к тому, что такие очаги, к сожалению, еще в республике у нас появляются, и сегодня дано поручение руководителя администрации главы и правительства республики, заместителю председателя правительства провести ВКС с главами районов, где еще раз подчеркнуть об ответственности, в том числе органов местного самоуправления на местах, за соблюдение ограничительных мер общего характера, санитарных, эпидемиологических, общепринятых мер. Сейчас проводится работа в республике по подготовки к новому учебному году и по детским садам, по школам, по среднему специальному образованию, по высшему учебному заведению. Мы должны сделать все, чтобы учебные заведения, когда начнут работу, они работали в таком абсолютно безопасном режиме. При этом, конечно же, в таких крупных населенных пунктах, как город Якутск, будут применяться различные формы. Мною дано поручение на этой неделе все методы, по которым дети могут обучаться у нас в школах, определить и довести это до каждого школьника, до их родителей, до педагогических коллективов, с тем, чтобы к 1 сентября понимание этого было у нас полностью по республике достигнуто. У нас, к сожалению, достаточно большое количество тяжелых больных, по республике их 37, из них 7 на аппаратах искусственной вентиляции легких, и поэтому на учреждениям здравоохранения на местах, конечно же, тоже надо принимать меры с тем, чтобы у нас больные все-таки в тяжелую форму не перетекали, а на уже уровне легких, средних форм людей мы полностью излечивали. Но еще раз хочу подчеркнуть, что здесь, конечно же, очень важно и общее поведение населения республики по соблюдению ограничительных мер. Мы сейчас разрешили работу спортивных залов, спортивных площадок. Есть уже разрешение по работе фитнес-залов, тренажерных залов. Надеюсь, что их работа тоже будет выстроена полностью уже соблюдением всех мер санитарной и эпидемиологической безопасности.